добрый вечер. Мы смотрим дальше за Dota 2 Champions League. Второй матч на сегодня. Немига Гейминг и Брейм вместе с Лексом и Эритель. Команда Брейм вообще удивительная. Я так посмотрел, это одна из немногих команд, которая практически сделала замену. Да, у нас такой глобальный решафл. Наверное, такого решафла... Я даже не помню, когда был настолько глобальный решафл, что все команды менялись. В общем, кроме победителя International, ну и кроме Na'Vi, которые собрались еще до самого Инта. И вот эта команда Брейм, у них только одна замена. Появилась в составе Нефрит в октябре 2021 года. Все остальные игроки уже играют вместе больше года. И, как видите, это дает свои плоды. Брейм идут на первом месте. Пока что 3 победы, поражений нет. И только одну карту они отдали, что никак на турнирную таблицу не повлияло. Да, ну, у Бреймов очень стабильный состав. Тут много из старого доброго греческого состава Эдфином, которые еще в 2016 году против OG на финале мажора играли. Но сейчас вот они уже в видоизмененном таком формате представляются здесь. В предыдущий раз они группу очень хорошо закончили, в предыдущем D2CL. Здесь они тоже пока идут очень-очень круто. У Немиги, да, счет 1-1 пока что, но грозный соперник сейчас перед ними, конечно. С ним нужно будет разбираться очень активно. У Бреймов пока счет 3-0, и они успели выиграть серию у Империи, у Ханов и у Ашер. Так что, в принципе, портфолио у них такое хорошее собралось. Ну, а Немига... У них состав-то меняется, но вот Chosen One, насколько я на него смотрю, я его, мне кажется, уже второй год вижу, что он в Немиге никуда не двигается, вот вокруг него другие составы какие-то собираются, а он конкретно не меняется абсолютно в своих мотивах и прочем. Так что слушай, он с 2017 года в составе, представляешь? Это очень долго. Даже это, больше. Конечно, не Пупей в секрет, но он такой прям апостол белорусской доты и белорусской команды Немига. Да, удивительно. Я даже не знал, слушай, что настолько долго он тут. А я постоянно, как не вижу команду Немига, все время Chosen One там есть. Вот как бы тоже я тайминги не фиксировала, но все время мне казалось, что он как-то неотделим. Но ты прав, видимо. То, что все 4 года аж получается он катается с командой, а не 2. Вот, и посмотрим, что у них здесь сложится против Бреймов. Пока, что по кэфчикам я вам сказать чуть-чуть попозже скажу. Скажу пока то, что у нас баннер по трансляции есть в инлайн, ребят. Вы на него нажимаете и получаете 2000 рублей для того, чтобы использовать их в своих целях. А тут пока Бреймы уже практически драфт закончить успели. ТБ, Undying, Пугна, Марс у них. Вот такой интересный набор. У них вообще все время своя атмосфера, у них свои драфты. И вот Пугна здесь появился, которого мы уже давненько не видели на D2CL конкретно. И пока он похоже на то, что четвертую позицию будет занимать. А у Немиги, Monkey King, Винга, про которую, кстати, уже многие успели забыть. На время до International, по-моему, только буквально один матч был, где активно использовали Вингу. Суммарно карт, наверное, 5, где я ее видела вот именно на оффлейне по старым таким лекалам, где на нее так жаловались на квалах к International, на турнирах после, на то, как она... Даже, наверное, на том турнире после, на квалах уже еще ее не было. То, что она вот такая всех рвет и вся. Ну да, Винга — герой, который очень сильно зажегся в какой-то момент и так же быстро потух. И даже удивительно, что Немига решили его взять. Так же, как и Пугну, в общем-то. Что это за Пугну на первой стадии, пока не ясно. Что мы знаем о команде Брейм? Наверное, самый такой прям сигнатурный персонаж этой команды — это Виш на Тинкере. Он много игр на этом Тинкере просалил, много игр спасал. Здесь Тинкер остается в пуле. Но я бы не исключал, что это Пугна может быть вообще мид. И Брейми возьмут сейчас какого-то героя саппорта. У них в любом случае не закрывающий пик. Вот сейчас вражеского мидера они увидели. Это Эмбер Спирит будет. Monkey King теперь уже точно дислоцируется на первую позицию. Его особо-то... Хотя, может, четверкой будет, а Винга тройкой. Но Никса на пятерке сейчас не особо жалуют. Хотя, может, возьмут. Ух, ну тут есть возможность попереставлять позиции. Надо посмотреть, как Бреймы сейчас банить будут. Что они считают, не хватает. Мне кажется, что по-хорошему тройки не хватает. Нужен танк. Нужен вриватор. Нужен тот, кто будет притягивать к себе все внимание, пока Monkey King стоит и кастует арену. Да, да, ты права. Бандер Ксира. Очень классный вариант против Террор Блейда мог быть, против таких вот иллюзионистов-ловкачей. Лучше героя, чем Дарк Сира, не придумать. У Немиги уже много станов, то есть тут нет прям необходимости брать какого-то героя со станом обязательно. И Никс, и Винга. 2 уже хороших дизейбла есть.
Марс, да, ты... А, ну Марс уже у Брейм. Тайдхантер остает. Тайдхантера могут взять Немига, взять еще один контроль большой по области. Траксир был бы хороший еще и под Никса. Это, наверное, лучший герой именно для Никс-Ассасина на линии. Никс раскрывается совершенно по-другому. Потому что сам по себе это герой на линии очень слабый. Ну и, конечно, Вакуум плюс Импейл. Это не так сложно сделать, но зато это очень эффективно. Сейчас будем наблюдать за дальнейшими развитиями банов. Так, у Бреймов, очевидно, мида не хватает. Ну, пока на это, по крайней мере, рассчитывают. Я не вижу пока никаких причин просто пугну на мид ставить. Прям таких хороших. Он и на четверке все те же самые условия выполнит. Эмбера как-то прям ультимативно душить едва ли задушат. Все-таки пугну тонковат. Будет очень сильно страдать от фистов. Отыграет, конечно, если поставит. Но, наверное, это будет не самое лучшее решение. Лучше взять какого-то мидера постабильнее, поактивнее. Void Spirit, например, в пуле из таких возможных. Квапу можно попробовать тоже опять против Эмбера поставить, как у нас было в предыдущей игре. Я до сих пор искренне верю, что Квапа может Эмбера уничтожить на линии при желании. О, точно, точно. У нас же с Энигмой Немига играла, точно. Я же это видела, господи. Это такой мед для ушей был, ты бы видел, конечно. Потому что давненько Энигмы-то не было у нас, в принципе, где-то. Прям по-настоящему. Все ожидали, что она будет так же, как и многие такие герои с подобными массовыми контролями врываться на International, но именно Энигмы там не было. Тинкер как-то говорил. Чего ж вы его не забанили-то, Немига? Решили, что хватает контрпика, что Эмбер работает, что Никс Ассасин... Хотя Никс Ассасин уже не так хорош. Раньше Никс Ассасин хорошо против маршей работал. Нынче Тинкер играет без маршей и Аганим Шард покупает не всегда. Но это заявка. Я бы вот прям присмотрелся к этому пику и подумал вообще, какие предсказания по поводу этой игры делать. Может быть, какая-то... Ну, хотя, что-то, Спектру взять, Манки Кинга сделать тройкой. Что-то такое выдумать. Взяли ПЛа. И, соответственно, либо Винга, либо МК тройка оказывается. В сейчас этом плане увидим. Я угадал. Но... Мне кажется, слушай, ПЛ в Тинкера... А в чем... Так, не понял, а в чем прикол? Там же лазер будет работать по всем юзиям. Мне не нравится. Надо как-то ТВ перебивать. Это, наверное, самое главное. С Тинкером, возможно, планирую справляться за счет Винги тройки, то, что она будет высвапывать его из тех мест, где он будет пытаться как бы прятаться, и там его фиксировать. Такого формата вариант возможен. Ну, согласна, суммарно, наверное, мне драфт Бреймов больше нравится, но тут вопрос больше к Тинкеру. Ты вот так про него говорил активно, ты видел игры Бреймов с Тинкером? Они... Ты что? Я не знаю, сколько видишь игр на Тинкере. Мне... По ощущениям, у него там за 1000 игр должно быть. Надо даже посмотреть его публичный дотабаф. Это почти как в Race King для Папича, понимаешь? Настолько. А-а-а. Это я как-то упустила из виду, но если так, тогда да, тогда все сердце на Брейм, тогда уж ставлю. То, что они здесь будут крутые, потому что Тинкер хорошо вписывается в этот драфт. Поймать его даже с кучей контроля иногда бывает непросто, если это Тинкер именно в умелых руках, который хорошо занимает позиции, который очень быстро прожимает свои кнопки, быстро там ублинковывается из драки. Переработанный Тинкер, который является кошмаром пабов уже очень долгое время. И, ну, как сказать... Причем изначально, когда он только-то появился, его пророчили максимум на тройку, сказали, что героя убили, а потом, видимо, народ вошел во вкус. Вот, и там придумали всякие сборочки через силовой блинк, там шивы и прочее, которые выдают просто взрывной урон по области, даже без маршей. И, как я видела по тем играм на Тинкере, которые я видела в последние месяцы, я даже не видела, что кто-то активно покупал марши. Они в единичных играх появлялись. Все собирались по-другому совершенно и деньги не тратили на них. 700 матчей в матчмейкинге у Виши на Тинкере. Третий герой у него... Абузер, понятно. В профиле. Эрспирит чуть повыше, инвокер первый. Но и в рамках профессиональной сцены, если посмотреть профиль Виши, то как раз-таки на Тинкере он играет больше всего. Ну, вот за ним мы будем смотреть. За ним мы, конечно, будем смотреть. Тинкер хорош. И на том же Инте, мне кажется, мы его мало видели. Герой очень сильный. Ну, теперь осталось посмотреть, как он пишется до 2CL лигу. Матч у нас уже начинается, и здесь мы можем
Узнать это у Немиги будет сложно. В любом случае будет сложно. В любом случае, я думаю, что они однозначно андердоги этого матча. Но я видела их игры, их состава. Ванскор сюда очень хорошо вписался. Да и вообще ребята тут крутые собрались. Айнкрат, наверное, это из тех мидеров, которого... Я вижу, наверное, уже как года 3 или 4 он играет, в принципе, и он из тех, кого называют молодыми и перспективными, и, наверное, этому человеку не хватает только вот просто хорошего состава, с которыми можно будет как-то играть, как синергировать, вот именно какого-то командного духа, чтобы хватало, чтобы была не какая-то типичная СНГ-сцена, ну, я не знаю, что такое, только стак, наверное, который собирается, потом первое же поражение, они разбираются обратно, потом заново пересобираются. В общем, не такое ему что-то нужно, а что-то стабильное, с чем можно уже создать нормальную команду. И Нефрит тоже человек, который примерно столько же, сколько Айнкрат играет, и тоже показывает иногда очень крутые карты, иногда не очень крутые, тоже не хватает ему немного иногда стабильности, не хватает иногда, возможно, тоже именно какой-то крепкой команды. Но в Бреймон вписался очень круто. Пока что, как показывает практика. Дальше будем надеяться, что он будет только радовать нас, потому что впереди этих ребят ждет европейский дивизион, и там надо будет показывать крепкую игру. Как они, кстати, там второй дивизион заканчивали? Сейчас чекню как раз. Смотри, посмотри, я больше по Южной Америке могу тебе сказать, как там кто. Это все мы можем. Эксперты, а Европу. Начинается карта, надеюсь, без пауз больше. И все внимание, конечно, будет на Тинкера. Наверное, на ПЛа. Вот это противостояние, особенно на минуте 25-30, когда Тинкер наберет им свою базу. Короче, вот как у них закончилось. Они первый сезон европейского дивизиона вышли из второго в первый, а во втором обратно вниз свалились. Во второй. Просто я как бы видела, что там осталось от Европы конкретно из DPC предыдущего. И видела, что Брейма во втором сезоне. Да, они туда свалились, короче... Пока у них все не очень хорошо, но ладно, в принципе, там сезон так сейчас устроен, что он дает тебе время на раскачку, то, что ты можешь на первом как бы еще набирать обороты, а дальше врываться уже по полной, когда самое большое количество очков будет разыгрываться и на лиге, и на мейджоре, и там же за что-то бороться. Но европейская конкуренция сейчас несколько возможностей сдала, учитывая то, что один из грандов в виде OG не факт, что вернется в том же виде, по крайней мере, в той же силе, что и раньше, потому что состав уже очень сильно изменится. Это другая команда будет, нужно понимать. Это уже, скорее всего, будет не та команда. Так что, да, ничего страшного. По факту победа Спирита и стала моментом смены поколений. Поэтому это будет происходить. Да, это во всех дисциплинах сейчас такое происходит. Причем вот мейджор по КСу прошел, та же самая штука была. То, что как бы пришли молодые, развалили старых. Вот, и тут у нас смена поколений такая глобальная, мне кажется, по всем дисциплинам идет, каких только может дотянуться. Ну, в Доте посмотрим, как оно сложится все-таки. Там не молодыми только, вон Мипошка наконец-то дождался своей икс. Ну, тут у нас пока Бреймы против Немиги. Будем смотреть на то, что здесь сложится по линиям. Пока все было спокойно. И линия из Винги и Манки Кинга против... Андайнга, который любит, когда с ним на маленьких расстояниях дерутся, а Винга не отличается большим ренджом атаки, тут дикими можно очень хорошо поспамить при желании. И Нефрит, который тоже, как нажмет метаморфозу, может показать очень большие свои тычки. Но пока на первом уровне он, как обычно, вкачал рефлекшн. Сейчас это так и делается. Первую пачку не забирают с метаморфозы, как раньше. Пока он не вынесет первые слоты, хотя бы блинк. Но и как ты правильно отмечал, все-таки с первым уровнем его телепорта трудновато будет действительно сетапить какие-то драки, потому что телепортироваться ты можешь только на вышке. И вообще, как бы, мне кажется, что это тоже только усиливает лейт-потенциал героя Тинкера, потому что как раз он будет очень одетый к максимально прокачанному уровню своего ультимейта, когда он может перемещаться к героям. Ну, Тинкер попозже, надо ждать, короче. Пока мы от Виши ничего не ждем, он будет фармить. Вот купит Шиву, блинк, и тогда да, начнутся полеты по карте, пока можно особо прям внимание на Тинкер не заострять. У нас очень активные боковые линии. На топе снова атака какая-то. Идет Манки Кинг, выдает палку, станут Винги. Ого! Нефрит с трудом уходит. С трудом большущим за счет тамбы. Сам Чоузен Ван нажимает ТП. Угу. А слушай, МК. МК уходит. Но Овинга улетает на базу, теряет много времени, каких-то крипов определенно пропустит. Неплохо, неплохо ответили. ТБ, конечно, очень страдает от магии, но потом ручками мы видели, что его почти не могут пробить.
Ну, вообще интересно то, что Нефрит решил вот так вот форму нажать. Опять же, учитывая то, что там контроля особо нет, выдать нечего. Пока что это за счет рефлекшена тащит. И последняя тычка ее хватила. Нефрит добивает. Айнкрат сюда ворвался с дабл дэмэджа. Попытается Нефрита убить. Это получается сделать. Айнкрат зарабатывает два фрага на этой линии. Дабл дэмэдж реализован успешно. Красавчик. Очень четко, очень быстро пришел. По факту 30 секунд с появления пауэрап руны, и ты уже делаешь два убийства к ряду. Круто сделано. Ванскор. Погоня за ним. Бласт копьем. Хватает копья. Ванскора добили, но тут вопрос к Немиге. Наверное, хуже придумать героя, чем Никс Ассасин позиции 5 сложно. Поэтому неудивительно, что здесь он очень много умирает. Фэнтом Лансер по фарму, мы видим, ощутимо проседает. У Марса, стоп, 19 денаев, да? Ну, я бы не сказала, что прям хуже не придумал. Все-таки долгое время его на пятую позицию использовали, потому что он не требовательный, а делать может много. Там, условно говоря, одну вендетту нажимает, хоп, уже и ходячая разведка для тебя есть, и карапасы, с которыми можно очень сильно подгадить в некоторых частях драки, и манаберн, который иногда очень сильно заставляет страдать противников. И на линии, наверное, самое сильное его оружие — это именно манаберн, чтобы пугну немножечко ослаблять, чтобы не давать ему столько кастоваться. И пугнеющего, как я не посмотрю, все время он лоу-мана все-таки. Пока у Ванскора только второй левел, только, соответственно, первый уровень прокачки моноберна. Сейчас видим то, что из-за дегрипифая не получилось Ванскору помешать дегрипифа вардов. Нет, все-таки получилось. Ванскор тут все разбил. Круто. Не получилось у Пугана совсем чуть-чуть добить Сентряк. Свои ресурсы у него уже кончились. Сентряка нового нету пока с собой. Потом еще купит. Вот. Но Ванскору просто левел очень нужен. Пока только вот третий поднял, Карапаз вкачал себя. И есть декрип, пригвоздили. Сейчас декрип закончится, и можно будет еще сверху навалять ручками. Да, и так оно и случается. Стомана на вразмен пытается Киритыч забрать. У него получается выиграть фраг для себя. И Скайларк пока что не думает, что что-то ему может Киритыч сделать, так что будет продолжать жить. И Манки Кинг тем временем у нас на миде умирает, а вместе с ним еще и Тинкер. Отличная работа от Айнкрада, пока он отыгрывает своей команде на 10 из 10. Вытаскивает проблемные места на линии. Да, но не знаю, будет ли этого достаточно, пока он делает максимум со своей линии. 3-0-0 у него стата, 56 крипов, Тинкер первый раз умирает. Ну ладно, Тинкер нужен блинкдаггер. Без блинкдаггера мы понимаем, герой крайне уязвим, особенно к мобильным персонажам типа Эмбера, который до тебя может просто долететь и дальше будет идти за тобой до конца. 4-6 счет, Бреймы экономически ведут, вот что важно. Экономически они в плюсе. Террорблейд в лесочке фармит. Марс может вынести очень быстро блиндагер и врываться. Хотя здесь, конечно, блиндагер не сказать, что универсальный предмет. Что против Эмбера, что против Пэла. Не очень удобно будет их закрывать. Да и Винга еще свапнуть может и просто ворваться в эту арену сама. Да, может. Она в целом для этого и существует, когда у нее есть агоним, чтобы вот свапнуть какого-то противника из проблемного места на мотив арены. А потом после этого... Ой, со Спартом сейчас попытаются его убить. Урон маловат, конечно. Сюда еще и Тинкер прилетел, поэтому точно нужно бежать из этой драки. Вот, с появлением агонима она свапается, умирает, и иллюзия еще долго будет жить и делать свои грязные дела, а сама Винга будет хорошо себя чувствовать при этом. Очень долгое время жизни, несмотря на то, что как бы Винга не самый жирный герой, она все равно достаточно плотная, и при этом убирать ее из файта приходится два раза, и об этом всегда нужно думать. И здесь Винга такая же, как обычно, которая будет с агонимом, линзой, то есть работать именно на свой ультимейт. Прилетает Марс на топ. Попытается, может, соло убить. Да, и попадает. Ой-ой-ой. А что так больно? Стоп, я не понял. Вроде Винга вроде кора рассыпается просто за несколько секунд. Коллапс стайл. Жесть. Ну да, не, ну у Марса левел 8. Окей, у Винги уровень 7, это 900 хп. Мне казалось, что чуть побольше. Жестко. Марс прям молча по карте бегать и первым номером убивать всех. Мы видим блиндагер. Через минуту появится. Жестко. Блиндагер у Тинкера. Уже мобильность у Брэймов шикарная. На 11-й минуте. Айнкрат находит Нефрита. Хотя тут еще непонятно, кто кого находит. Будет ли на Эмбера какой-то контроль? Ремнант вот-вот закончится. Ох. Ну это прям на тоненького. Он еще немножко бы и мог бы остаться в этой точке. Но все окей. На центре атака на Андаинга. Андаинг еще и тамбой решил пофидить. Респект. Уважаемо. Тамбу бывает, есть смысл поставить, когда ты знаешь, что придет команда. И ты сетапишь эту тамбу, уже после своей смерти ты будешь полезен. А тут, получается, просто нафизил дополнительно этот тамбой. И отдал 224 золота за себя и 150 за тамбу. Не надо так делать. Это фит. Да, сейчас хорошо поднялись по деньгам Monkey King и Венга. И также Эмбер продолжает солить эту карту, четвертый фраг для него. И вот видишь, как он точечно бьет прямо по корам вражеским.
В прошлый раз он также Нефрита убивал. Здесь у нас пока видим то, что на миде продолжается драка. И снова Эсэспартан вернулся и снова умер. Тут же в этом же месте от этих же людей. Ничего не меняется пока что для него. Но сюда уже приехала остальная гвардия. Здесь есть и Виш, который попытается с Chosen One разобраться. Но хп у того многовато. Для прокаста Виш оказалось... Ну, Виш летит дальше. Ракета полетела. Копье не точное. Годзеребюк мимо. Все мимо. Свап. И под орехами начинает Марс убивать. Марс ставит арену. Смысла от нее немного. Команда здесь не поддержит. Это реально фит. Последние несколько минут, что от Брэймов наблюдает, тяжело объяснить логически, что происходит. Просто 4 сотни для беднейшего Никс Ассасина, который там еле-еле фармил. И тут Ванскор хорошенько денежек ты получил. Да и опыта много. Уровень 6 тут же уходит Вендетту. На топе готов Киритича поддержать. В случае чего... Киризи сейчас уже хорошо себя чувствует, учитывая то, что пару раз убили Террорблейда, его, в отличие от этого террора, не трогали. Он нормально себе фармит. Медасик себе купил, потому что линия не очень хорошо пошла. Тоже, мне кажется, очень правильное решение. Опять Undying погибает уже третий раз подряд, продолжает кормить Айнкрада. Дальше у нас есть шанс Томана убить. Айнкрад вроде как не очень хочет уходить. И есть шанс с Вишем разобраться. Вишу подкопали отлично. С ремнатом дамаш удает Айнкрад. И еще один минус. Даблкил. И уже у него... неудержимость стрик. 6, ну, о чем 5. И говорилось. Тинкер, конечно... еще дамба. Тинкера, конечно, нет маршей теперь, но ракеты тоже можно под Карапаса играть, и тебя вот так вот просто ловят и убивают. И как-то грустно все. Но я думаю, для Брэймов эта игра становится даже интереснее, потому что, ну, придется сейчас играть со стороны, защищающей стороны, и, глядишь, получится с этим ТБ, с этим Тинкером. Марс все свои преимущества... пока реализовать никуда не может. Мы помним эту атаку миди. Больше, в общем-то, ничего с Блинкдаггером пока что Skylark не делает. Ну, пока ему трудновато без команды. Ему нужен немножечко больше накормленный Тинкер, чтобы мог с ним летать. Ну и Skylark все-таки поймал Манки Кинга. Его за прокаст убить оказалось не так просто. Манки Кинг успел выжить, прожить контроль и поставить арену, чтобы Skylark убить. Его снова подкопали, он не смог выйти из арены. И Айнкрат и его добивает. Викет Сик и 7 убийств уже. Парни, соберитесь! Это очень много фида, это очень много ненужных точек, где фармит тот же Марс. Оказывается, в чужом лесу, оказывается, один. Естественно, там его поддержать не тяжело. А ванпост в двух там сантиметрах, да и команда может просто на мид прилететь или рядом с мидом находиться. 11-8. Конечно, и такое можно камбэкать. Конечно, Тинкер все еще здесь очень крутой герой против того же ПЛа. И он будет работать на ура по дракам, там, 30-40 минуты. Но если фит продолжится, то при преимуществе в 15 тысяч, 20 тысяч, естественно, Немига задавит даже этого Тинкера. Минус, да, Пугна. Врыв на Эмбера. Копье срабатывает. Хватит ли еще какой-то? Нет, контроль не нужен. Тут такой урон чудовищный. Эсэспартан совстил за всю боль. Забрал этот фраг со стриком. Ну, конечно, Нефрит был бы больше рад, но так получилось. И кэпчики на эту карту очень интересно у нас меняются. Здесь 1.50 дается на Немигу, 2.48 на Брейм после такого врыва. Но сейчас был хороший отрезок. То есть, казалось бы, буквально пару раз убить этого Эмбера, собрать БКБшки, и все пойдет хорошо. Просто больше не умирать. И здесь решили дальше пойти частью команды. Возможно, не стоит это делать, просто разобраться, ставить вышкой, тем более, что Пугна в команде есть, это можно быстро сделать. И Нефрит, у него скоро заканчивается метаморфоза, это означает, что самое время уходить из драки. Но очень хочет что-то сделать Марс, у него арена есть, он прям хочет куда-то зайти, кого-то копьем зацепить. Но не пока... надо никуда идти, тут ресурсов реально ни у кого почти фармите, нет. Ребята, просто фармите. Да, да, надо давать в пространство. Террорблейд, смотрите, хочет купить себе Аганим после Яши, это Яша и тут же Аганим. Оу, так быстро? Да, интересно. Ну, доп-контроль своего рода все-таки. Вот этот страх, который он дает. Да, да, нормально. И мета. Нефрит! Ух, 40 хп у него осталось. Он, кстати, ПТ на силу включил. Максимально потная игра от Нефрита. Не, Аганим круто. Я не знаю, насколько это круче, чем у Спектра. Ну да, метаморфоза плюс эффект страха. Да, за 10 секунд метаморфоза там можно очень много всего успеть сделать. Это очень круто работает. Просто так рано решил это делать, но вот, видимо, очень хочет принимать участие в драках вне зависимости от ситуации или при любом нападении дать какой-то отпор. И тут Нефрит, видим то, что палится ванскором. Никакого вижена здесь нету для того, чтобы спалить контору. Ой-ой-ой-ой, как отлично ванскор подсетапил. Это минус Нефрит. И снова проблемы начинаются у
этого товарища. И Скайлер прорывается, Ван Скор сейчас попытается отомстить. Ван Скор живет, свапнул у Чоузен Ван очень хорошо. И Чоузен Ван сейчас будет еще тамбу ломать для того, чтобы его команде было полегче. Айнкрат пока что там с Вишем разбирается. Виш не будет здесь жить. Он умирает, погибает Манки Кинг. И размен будет на Пугну. Ну, Пугну тут рад был бы отдаться, конечно. Лишь бы засейвить кого-то из своих коров. Скайлер должен будет уйти. Ну, он спасся. А Спартан? А Спартан, мне кажется, умрет. Да, попутного ветра тут ему, если честно, хуже не будет. Да, да. Ну, фисты чайны, день... А, ну ночь, кстати. Может быть, ночью как-то Спартан умудрится здесь спрятаться? Так, может, и Эмбер сейчас будет бежать вперед, и Ремнанта дождется. Ремнант вперед пустит. 10 секунд. Ну, ладно. На самом деле, даже если убьют, кому, как говорится, не пофиг убьют. Это не тот фраг, за который будут прям драться. Undying такой дорогой герой. Хотя, я смотрю, и Террор Блейд у нас невероятно беден. На 17 минуте у него 6000 нетворс. У Пэла 9000. Тинкер, естественно, проседает, учитывая, какая тяжелая игра. А Пэл еще и с Мидасом фармит, да? То есть он мало того, что сам по себе может достаточно быстро фармить, а с Мидасом уж подавно. И Ритича, даже если игра не пойдет вдруг, у него всегда есть возможность пофармить. Да, и смотря на то, что как бы Винлайн уже сильно underrated Бреймов, у них до сих пор есть возможность закомбычить, но проблема. Действительно большая проблема с Нефритом. Его трижды уже убили, ему постоянно мешает фармить, спокойных мест для него нет. Хотя, ну, честно сказать, он все-таки сам очень много лезет в драки. То есть он и не пытается АФК фармить и вынести свои слоты, и, возможно, именно этого ему и не хватает, но... Быть может, безопаснее себя чувствует рядом с командой, а не в собственном лесу. Такое тоже возможно. Да и если посмотреть на Vision, то действительно в лесу небезопасно. И около тройки тебя могут подловить, и в большом лесу тоже тебя могут найти. В общем, тут трудности есть. О, Анкрат там что-то рисует на карте. Что-то он тут показывает. Что где-то там кого-то можно будет искать, вероятнее всего. Так, ну, МК вроде вернулся, сейчас должна будет, я надеюсь, пауза закончится. Бедолаги. Скорее всего, пакеты душат. Бывает такое, сервера все еще не очень стабильны. Этим. Ну, не так это все проблемно, как это было несколько месяцев назад, после, по-моему, большого патча выхода, там все очень жаловались. Но это дефолт, все время. Как только выходит патч, сразу начинается проблема с FPS-ами, с пакетами, с микролагами, которые не получается пофиксить. Ну, я, кстати, проблем не было все это время. Нормально игралось. Но мне очень повезло. Я не профессионал, поэтому не везет. Тут, видишь, серваки еще. То есть, у нас реально может быть разброс. Я не знаю, все ли игроки по домам сидят. У нас прям составы со всей Европы. С самого юга. До самого севера, скажем так. Ну, во времена пандемии и Америка с Европой умудрялась сыграть. Да. Вспомнить, если Самаила. Да, это и до пандемии, помню, были времена. По-моему, это Dream League были, когда полноценные игры Европы против Америки. Было и такое. Но учитывая, как развивается интернет, вообще скоро, я думаю, эти игры будут возможны и минимальным пинге. Что, конечно, радует. Ладно, смотрим. Смотрим дальше. Немига ведут 3000 золота. Пока все у них складывается круто. Не забываем, что у Брейм есть фактор тинкера от Виша, которому уже, очевидно, нужно эту игру спасать. Ну, Тинкеру рано еще спасать. Ему Шива нужна, как минимум. И то, мне кажется, что Шивы уже будет маловато. Надо укрепляться. Надо очень сильно укрепляться по шмоткам. Пока качается. Качает карту везде, где дают. Пространства не так уж и много. И из-за этого будет Skylark, скорее всего, вот, ну, в ближайшее время перестать фармить, потому что линии будут заняты Тинкером, а лес будет очищать Террор Блейд. У террора осталось еще 2000 до Аганима, половину еще собирать. Много времени, причем это слот, который не даст ему много возможностей в драке, потому что пока его хп-пул позволяет, ну, разве что по-быстрому умереть от какого-нибудь контроля и прокаста сверху от Айнкрада. А этот контроль не дает ему и Сандер нажать, что самое сложное. Но собрать блокинг-бары хотя бы часть проблем нивелируется. Конечно, там свап иногда может подруинить. Ой, Айнкрат! О, видишь, что разошелся? Да ё-моё, парни, дайте доту поиграть. Скайларк ворвался, просто копьем попал. Не успел Айнкрат среагировать. И почти 400! Нормально. Это очень важно, сейчас Тинкер вот так вот бустится понемножку. Добрать свою шиву там в течение минуты к трех было бы очень круто. Там 20 здесь вообще было бы фантастикой. Так что играем. Играем. Пока дышать можно. Винга Аганим, да, себе довезла, я смотрю. Аганим ПТ. Ну, в принципе, самый главный артефакт уже куплен.
Chosen One. Да, дальше Линз БКБ. Все стабильненько. Дальше уже можно будет и как-то укрепляться. Пока работа на ульту. Вот я в прошлый раз, когда серию Немиги смотрела, думала, кто этот человек, который спамит фразу Форса, потому что он ее спамил все время на стадии драфтов, и нельзя было задианонить. Вот. Теперь он начал на карте спамить, и теперь понятно, кто это. Не, ну, пока заслуженно. Майнкрафт идет просто шикарно. Да. 9-2-3. Если не на планете Земля, то на этом сервере уж точно пока что. Эмбер. Хорош. Ну, у Эмбера сейчас была очень досадная смерть. Очень лишняя смерть. Но он, возможно, просто несколько уже обнаглел от своей неуловимости. А там хоп, какой-нибудь станчик по нему прописали копьем. И уже никуда толком и не денешься. Но если так в общей сложности смотреть, то контроля безумно мало у команды Брейм. Разве что в будущем можно будет понадеяться на Тинкера и его Хекс. Когда-нибудь он, может, его соберет. А пока, ну, террор и его страх тоже что-то может подсетапить, помочь. Ну, тоже пока еще не скоро, еще 1000 золота догонимо. Скайларк пошел искать себе жертву. Они видят жертву, они видят. Злодеи идут, они хотят Манки Кинга подцепить. Они подозревают, что он здесь, видимо, видели его. Знаешь, да, это дело неблагодарное, пытаться Манки Кинга поймать, который тут, даже если прыгнет, он назад упрыгнет на дерево, там, через секунду. И тяжеловато, тяжеловато поймать. Ребята еще пытаются найти МК. Хотя он уже давным-давно не тут, он уже на топе с команды. Ага, слушай, ну, может быть, Немига даже попытается еще 102 побить немножко. Хотя Пэлла нет, не без Пэлла. Они тут драку просто хотят некому замутить. Они до сих пор могут кого-то заберстить. Айнкрат купил БКБ, поэтому он себя гораздо более безопасно ощущает в драках. И готов это БКБ реализовывать в случае чего. То есть, если он нападает не первым темпом, то его попробуй убей сейчас с нынешним раскладом сил. Ну, решили пока вот глиф как бы выманить. Смакануться и пойти кого-нибудь искать. Стомана на ближайшая цель, может быть. Пугна далеко пошел. Ой-ой-ой, сейчас, наверное, смерть идет. Руну под Denial, но это будет стоить ему жизни. Ну да, знаешь, пока непонятно вообще, что это за Пугна на второй стадии, на первой стадии, почему именно этот персонаж был пикнут. В чем здесь какая-то супер идея этого героя. То есть не сказать, что это какая-то контра была, да? Мы не видели там лишь Рака на первой стадии или кого-то еще. Мог бы страдать. Ну, ладно, по игре будет понятно. Особенно в конце игры будет, очевидно, полезен Пугн или нет, пока. Тараска уже! Уже жесть. Тараска у Фантом Лансера. Боже, как же он богат. 2700 КП, Мидас, Диффуза и 18 уровень. У ТБ. А, стоп, у ТБ 13. ПЛ 18. Мидас отпустила. Ты притом вспомни. Насколько Пэлла уничтожили? Он же там вообще крипов не бил. Там у Марса 19 денаев было на 7 минуте. И в итоге Скайларк свой блин купил. И не сказать, что особо смог его реализовать. А Пэлл ушел в лес и получил очень много. Вот так вот но бывает. Вот он пока фармил. Он сидел и фармил. Бил крипов, нажимал Мидас. Бил крипов, нажимал Мидас. И вот в итоге он на коне. Первое место по нетворсу с хорошим таким отрывом относительно террора. И помимо этого еще и 3 фрага имеет в своей копилке и 0 смертей. Ну, как говорится, посмотри на вражескую кэрри, посмотри на меня. Да, такого Пэлла перебить будет достаточно трудно, потому что если смотреть на голый матчап Фантом Лансера против ТБ, но они всегда могут драться на равных, всегда. А здесь такая ситуация, что уже на диком перефарме Фантом Лансера будет врываться на эти драки. И сейчас они будут отбивать Т2 вышку на топе теперь уже с кучей ресурсов, с Аегисом, с кучей денег, кучей предметов, которые успели докупить. И смог есть от команды Брейм. Что они сейчас могут сделать? Отбить вышку они в любом случае не успевают. Вышка забирается. Глиф они уже давно потратили, еще на прошлом заходе. И понятно, что это за смог. Если сейчас просто Немига зайдут на базу и будут бить башню, тут не будет какой-то хитрой схемы. Киритич просто зайдет и будут бить. Тинкер с Шивой, Тинкер с ракетами. Ставится тамба, Undying. Просто спасает его от потенциальной атаки. Ну и все. Как минимум смогли Брейм позащищаться здесь. Да, я думаю, здесь и была идея в том, чтобы стянуть всех на хайграунд, потому что на 22-й минуте эти Т3 бить при не таком уж и огромном перефарме, но это рискованно. Ты можешь проиграть драку и потом игру проиграть очень спокойно. Можно передислоцироваться на мид, там Т2 отбить, можно по нижней линии пройтись. Опций еще много чем заняться, помимо того, чтобы лезть на такие авантюры. И самое время уже Немиги задуматься об этом.
пока обрастают слотами. Эмбер Спирит тоже скоро будет с Аганимом. У Эмбера по-прежнему очень опасный Аганим, который делает его несколько похожим на Сторма. Они решили драться. Они нашли со Спартана. Его надо привязать. Привязка будет через секунду. Да, решил подойти Анкратак вплотную. Есть Гримерскейп. И все равно здесь дэмэджа много, но решили не добивать на Киритыч третий. Даже не получилось у Киритыча там успеть копье выдать, а Инкрат сам с ремнатом забрал. Виш, нашли Тинкера! Как обидно, он... Ну, это ошибка от Виша, конечно, он пытается улететь, свап. Ну, и может еще раз попытаться. Он крипски бить пытался. Ну, как ну слушай, ну он... Ну, живет, прячется. Реарм, еще один блинк и в лес прятаться. Опа! Ну, и уходит. Гениально. Ну, вообще, пока... Виш опасно играл, он не особо спрятался в лес. Он может куда-то сюда прыгнуть, но он прыгнул так, что его свободно видели. Не надо было никакие деревья даже ломать. То есть в этом плане Виш рискнул. Но благо обошлось. И пока его пытались убивать, добили Манки Кинга. Где-то очень глубоко он оказался. И я смотрю, у Немиги работа. Нет преимущества, да? Немиги 3000, вроде как много. Но 24-я минута, 3000, это все Брейма могут отыграть. Да, конечно, и поэтому на хайграунде нужно очень аккуратно драться Немиги, если уж они задумываются о таком. Самое главное, что сделал Тинкер, это он закрипскипил пачку и не дал возможности пойти на 3 пушить, потому что там много народу было, они вполне побили бы вышку хотя бы там на треть хп, на половину хп. Ванскор нашелся, Карапаса нажал, коллапс... О, господи, Скайларк по станам, уже хочется коллапсом любого Марса называть, но нет, к сожалению. Chosen One тут у нас пока что погибает, остается его иллюзия, и с иллюзией дальше можно продолжать. Сейчас идет, свапает под станчик, за Спартан будет погибать крайне быстро, его там будут забирать, надо очень далеко наверху, это трудно будет сделать. Том он пытался подсейвить и копифаем, но погибает и сам, и второго саппорта отдает тоже. И Фрид даже не приходит сюда, понимает, что он здесь не поможет. У Пэла Аегис драться все равно и пытаться Пэла дважды убить тяжело. У Пэла ДД очень быстро ломают ребята базу. Возможно, даже это заявка уже на поломанные казармы на топе. Учитывая, что Брэймы только втроем, тяжело здесь будет как-то обороняться. Нефрит вышел. Страх активировал. Что дальше? Так, парни, что мы делаем? Что-то пока непонятное происходит. Вроде как Скайларк вышел. Ничего не сделает. У него нету арены. Нефрит сейчас будет погибать. У него нету Сандера. И нету БКБ. Все, куда он его нажал? Нет, а слушай, а куда он нажал свой Сандер? Я что-то не понял. У него как будто ХП не изменилось просто. Он нажал, но ХП как и было мало, так и осталось. Ладно. Не буду задавать дурацкие вопросы. Прыг на Никсан. Сейчас попытаешь прибить. Да, и Скайларк сейчас может за это погибнуть, у него БКБ-то больше нету, и Виш погибает вместе с ним, Айнкрат наносит кучу урона и делает минус 2. Ох, на таком можно и карту. А что дальше делать? Что дальше Немиги делать? Что-то они не могут ломать Т4. Т2 на миде. Может, и Т4 сейчас будут бить, бог его знает. Они сейчас кучу байбеков выманивают. И со Спартана можно еще раз забрать, например, попытаться. Chosen One пока еще живет. Снова иллюзия остается здесь. И что, что будешь делать с этой иллюзией, Кириды? А может Тинкер убить? Если Тинкер убьет, это может быть конец. Тинкер после бая. Но как-то Винга не спешит этого Тинкера убивать. При наличии свапа, с чего Chosen One почему-то его не нажимал. И Тинкер выживает. Но ошибок и с той, и с другой стороны очень много. Виш по итогу свой байбек используют в плюс для всей команды. Ребята сохранили Т4. Т2 также остаются на месте. И Немига вынуждена отступить. Теперь надо отступить. Аегис они потеряли, сторону снесли, заработали много, потеряли народу тоже немало. И самое главное то, что у ПЛ курьер погиб, в котором лежал Орчит. Он хочет Бладторн собирать. Сейчас тоже довольно популярный выбор на ПЛ. На ДЦЛ уже, наверное, третью игру с ПЛ с таким билдом смотрю. Ну, не всегда Тараска, но вот именно начали рейтить Бладторн на него. И вот как раз пока соберутся, пока дофармится Бладторн, пока дождутся. Ой, хотя тут планы несколько меняются. Со Спартаном погибает, там еще хотел Тинкер телепорт сделать, но даже если бы успел, ничего хорошего бы и не закончилось. Или отменил бы сам. Погибает и второй саппорт, минус Кугна, и Айнкрат уходит. Айнкрат уходит спокойно. Ох, ну тяжело, Тинкер очень бедный, так смотрю, 12 тысяч. Я так хвалил Виша, я так нахваливал, я реально накаркал походу, потому что я столько говорил лестных слов, а по итогу этот Тинкер прям совсем не тащит. Тяжело, ему нужно много времени, он вынужден БКБ покупать. Представляете, там чуть ли не вторым-третьим слотом БКБ уже надо брать. И что, нашли МК. Виш тут, на помощь пришел, лазер дал, МК убили. Много, кстати, денежек заработали, почти 4 сотни для команды Брейм. Ну, как раз Террор Блейд нажал этот страх, и за 10 секунд метаморфозы с Манки Кингом разобрались. Хорошо.
Надо дальше все-таки статы покупать. Надо грейдить Яшу, надо Скади брать. Ван скоро вообще где-то очень далеко от союзников нашли, забрали. Айнкрат все равно врывается, хочет подраться. Фистами много урона нанес. Вишу можно убивать. Есть Сандер. Нефрит немножко спасает положение, но Вишу все равно очень больно. Плохо, он погибает с байбека как раз таки. Да, у него смерть первая после байбека, поэтому 100 секунд его не будет. Еще можно будет Скайларка пытаться забрать. Нефрит пока уползает на базу, но у него не будет метаморфоза для ближайшей драки. Она уже закончится. И вот здесь можно попробовать Д4, конечно, погрызть, но в идеале пойти Д2 вышку наконец-то на мите забрать. Пока нету Тинкера, Тинкер вот больше всех бесил при попытке пушить. Все-таки сломать Т2 на миде, сломать мид просто, да, а потом можно на третью линию зайти чуть попозже. Да, да, можно не проблема. Заходить на третью линию, если хорошая драка здесь на миде, на хайграунде получится. Керидыч все уже купил, ему 30 секунд нужно для того, чтобы привести себе Бладторн, пока не лестница курьера дожидаться. Все остальное уже наготове. Опа, Спартана подловили. Дасты тут же. Андаинг толкает форстафом. Палочка по Пуг не попадает. В итоге Пуг спасать пока никого не может. И убивают Андаинга. ДБ. Нажал страх. Ничего от этого не получил. Киритич уже под Т4 воюет. Ничего не боится. И там Венга, кстати говоря, выживает. Остается Венга. Будет, что еще иллюзия дополнительно в запасе. Арена. И падают казармы в миде. А, Бреймы удивили. Удивили. В кавычках. Тут я не знаю, что сказать. Я даже не знаю, что Брейм им делать. У них на хайграунде драки не идут, под хайграундом тем более. Собраться не получается. Дико бедный Нефрит, дико бедный Виш. Слишком мало денег у всех. И, казалось бы, перевес вроде такой не супер огромный, тоже как бы 11 тысяч на 30-й минуте, но отыгрываются. Но видишь, насколько богат ПЛ, и понимаешь, что его уже не убить. И он со сливером еще, то есть у него еще дополнительный стат-резист имеется благодаря этому. Вот, что с таким делать? А что тут делать? Ливать с позором, походу, скоро придется. Тут вариантов-то немного. И Немиге не стоит здесь задерживаться на этой карте. Как ты говоришь, сейчас вот Бладторн доехал, и, в общем-то, можно будет идти дальше. Хотя тут и до Рошана остается сколько? 2 минуты, чуть меньше. Можно и Рошана дождаться, уверенно его забрать, и дальше заходить. Какие предметы принципиально новые у Брей могут появиться? Рорблейда, ну, может быть, какой-то Скади у Нефрита появится дальше. Тинкер пытается взять свой красный блинкдаггер. В общем-то, все, у Марса денег не особо-то и много. Хотят подловить... Ух, ну это могло быть очень круто. Варскор прям тут хотел гениально сыграть, но он все равно был один. Далековато. Не, ну там аганимный Эмбер Спирит прилетел. А, аганимный, ага. Да, да, ты права. Сейчас Рошана просто буду ждать потихонечку, и все, там до него минуту времени, к этому моменту Свифтблинк имеет шанс Фантом Лансер нафармить, обычный блинк уже появился, а нет, он уже на Overwhelming поменял, решил тоже силовой блинк покупать себе. Очень круто, он на врывах, очень много дэмэджа по области дает, Манскора все-таки подловили, забрали, вынесли, в случае чего байбек у него есть, но вот такой точечный пиков по пятерке вражеской сделали. А, не густо. Это, конечно, не тот фраг, которого мы все ждем. Скан на Рошана. Понимает Брейм, что просто так взять и отдать Рошана нельзя. Придется за него драться. Титан Сливер. О, хороший предмет для ТБ. А то у него Майнбрейкер. Мне кажется, Титанчик-то поинтереснее будет дополнительную, да, стойкость получить. Со Сливером хоть что-то можно будет сделать. Пока БКБ есть, бабочку решил собирать дальше. Ну, хоть как-то дефицит от иллюзий. Но видим то, что пока Киритыч, не жалея Скайларка, забирает его. Будут ждать Рошана. До Рошана 4 секунды. И его сейчас Манкикинг запалит. Все, есть информация хорошая. И с Рошана можно будет игру заканчивать, если все сложится благополучно. Ну, вообще, да. Да. Киритыч просто будет идти по Т4. И там ты его наказать не можешь. Все-таки бабочка, идея классная, но ТБ не успеет ее купить до того, как придет Phantom Lancer на базу. Да и как тут у тебя еще мысли, а может быть бай оставить? Черт его знает. На ТБ бай не очень удобно ТБ, оставлять. Да, ТБ это бай не нужен вообще. Он если с метаморфозой не сможет, то без нее и подавно, мне кажется. То есть тут... Ну, есть шанс, конечно, там еще Террор Вейв нажать, но мне кажется, он Террор Вейв в любом случае будет раньше жать, чем метаморфозу свою основную. Кулдауну Террор Вейва поменьше, но все равно неприятно. Так, ну вот Аегис есть. Шард забрал себе Фантом Лансер.
тоже будет. Не, шар забрал кто-то другой, потому что у ПЛ он уже был. Забрал Эмбер себе. Эмбер теперь у нас одеты. Но это круто, на самом деле. Эмбер теперь очень много магурона наносит. БКБшка, конечно, имеется у террора. 8-секундная. Насколько сильно ему поможет? О, еще и рефрешер купил. Боже мой. Жестко, жестко. Сейчас надо просто накопить заряды все, и можно идти в бой. Так у него еще и аркан руны есть. То есть он еще и маны мало потратит на это дело. И будет много кастоваться и часто. Да, это жестко. Везет сильнейшим, как говорится. Так что здесь и рунка хорошая попалась. И вот идут по третьей стороне все-таки. Здесь Т2 вышка стоит еще. Ей сейчас Критыч займется. Отступать нет никакого смысла. Куда-то разворачиваться, чего-то ждать. Все есть. Разве что Фантом Лансер себе Overwhelming Blink не купил. Но и без него нормально по урону наносит. Учитывая то, что он себе уже как бы собрал уже Бладторн, который Криточек может нанести. Что-то надо делать команде Брейм. База падает. Опа, нашли МК. Дерево сломали. Классно. Как-то попытаться быстро убить. Свап есть, но МК должен жить долго. Принимает Марса. Где же БКБ? Скайларк нажал. Нажал БКБ. Тут же умер. Тут же укупился. Теперь БКБ все равно не будет. Арены также нет. Стан по Спартану. Спартаны должны принимать. Идет Киритич в бой. Страх от Нефрита. Попытка быстро убить Ванскора. Ванскора добили. А Киритич переключается на время на Т3. Понимает, что можно и Т3 попить. Прямо в драке у ТБ появляется бабочка. Виш против Киритича. Виш, больно. Виш под БКБ. Пытается уйти. До конца его бьют. Сол Рип, Глиммер Кейп. Виш просто пытается по Т4 убежать и вроде как уходит. Киритич воюет против Нефрита. Нефрит без Сандера. Не, это битва без шансов. Там никакие бабочки не работают. Ты посмотри, вообще наплевать. Да, как они будут работать, если там на него вешается Блаторн и Трустрайк появляется? Ну, то есть, это тоже проблема. Я так вот об этом задумалась. А насколько нужна была вот именно бабочка? Может, нужно было что-то другое на жир собрать? И очень много урона, конечно. Огромная скорость атаки имеется под Блаторном. Плюс вот эта возможность Трустрайка. Плюс дополнительный урончик, который наносится. 130% не крит, конечно, но тоже очень хороший урон. И Айнкрат погибает все-таки, кстати, в итоге. Но у него байбек есть. И получается отбиться на время. Но Киритыч-то еще жив. У него еще и Аегис есть. Он абсолютно фуловый. Перемещается Айнкрат обратно через байбек на ремнат. Тинкеру, Спартан... Тинкеру не хватает денег или что? Что такое? А, у него таймер уже. Все. Ну тогда это конец. Это конец, да. Это конец. Да, Немига побеждают. Неожиданно, честно говоря. Особенно после драфта. Казалось бы, Тинкер есть, классно. Против Пэлла можно работать. У Марса отличная линия. Скайларк берет блинк на 11 минуте. И вот что происходит на 36-й. Ну, я бы сказал, что вот Пугна непонятный герой здесь. Какой, вот какой интел импакт Пугна? Вот давайте просто оценим все вместе. Что сделал Пугна на этой карте? Да здесь четверка. Все плохо. Не только в Пугне дело. Здесь и Тинкер не смог фарма себе найти и раскачаться. Все-таки герой об этом именно, о том, что ему шмотки нужны. И Нефрит тоже, который бегал с командой, в итоге ничего не нафармил и был значительно слабее ПЛа, который просто вовремя, понимая, что у него не очень удачная линия идет, пошел, медаси купил, АФК пофармил, вышел, куча слотов. Все, с Блаторном уже точно там можно было крест на нем ставить, убивать его невозможно. Айнкрат, который просто засолил и линию, и Гангал очень успешно, очень руны хорошие ему попадались, и просто удачные перемещения делал. То есть Немига просто очень круто отыграла, и Брейма на это не рассчитывали. Ну вот, вторую карту, получается, за 4 серии пока что они проиграли, но, возможно, это будет их первое полноценное поражение, кто знает. Ну, посмотрим, да, Брейма мы уже помним, что были у них осечки, в итоге матч они все равно свой забирали, где 2-1 был финальный счет. Брейма сильны, но Немига показали на первой карте, что они прям могут развалить. Айнкрат действительно, как ты говоришь, хорош. 21-3-10 финальный счет, Айнкрат практически соло. Киритич пофармил лесу, получил пространство, ну и сделал свою работу. Да? Ничего он сверхъестественного не сделал, он просто сделал то, что и должен делать хороший кэрри в профессиональной команде. Ждем вторую карту, посмотрим, что смогут Немига еще нам показать. Смогут ли они нас еще раз удивить и обыграть команду Брейм, которая до этого матча была на первом месте в лиге.